Это кот петлял у нас тут. Но вышел, наверное, утром. А снега выше брюха. И вот он петлял, ходил вокруг. Смотрите, сколько много навалило за ночь. Все опять завалило снегом. О, видели? Ой, очень много снега за ночь. Все же крыши чистые уже были. Смотрите, что. Зима пришла к нам, зима. Да. Зимы не было, сейчас пришла. Снега. О, какие барханы намело за ночь. Представляете, за ночь. О. Сейчас вроде все стихло. Я имею в виду снег. Снег стих. А это ветер-то остался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ничего. Зима догоняет. Сколько градусов? О, градусов минус 4. Кажется, тепло. Вон я прошла, видели? Тихо, 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 тихо. Гусыничка, видите, на гнезде сидит. Несет яичко нам. Да, 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 не будем мешать. Нет, не будем. Пусть сидит. Красавица наша. К шалашам, в шалаш. В шалаш пойдем. А? Нет. А сейчас посмотрим. Ну, не знаю, значит, съели. Ну, а как? Сейчас я скажу, где было. Вот они наши шалашные. Да. Я сегодня ночью ходила к ним. Слышишь? Ночью ходила, эта гусыня в гнезде сидела. Забрал яйцо. Ну вот. Оно не замерзло? Но она, это было где-то в час ночи. Или в два даже. Ну, в общем, это было ночью, когда я ходила к ней. Ой, вот, вот, вот. Сейчас пойдем. Вот наше семейство здесь. О, кричит, кричит. Да, 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 красавец ты наш, красавец. Ой, какой красивый. Ну не кричи, не кричи. Да твоя, твоя, господи, твоя.
О, нет, это не твоя, твоя ест, да? Это ты сыночка обижаешь. Ух ты. А, кстати, заметили? Он на сыночка как раз, раз. И отогнал, и он не ест. Но он уже, все, сыночек уже взрослый. Он им там не нужен. Вот они, мои красавчики. А вот он, Гошенька. Ненаглядненький. А яйцо-то вон там было. А его нету, да. Вон, Толь, вон, смотри, ямка, видишь? Даже кожуры не осталось. Я его не смогла вытащить. Вон там, Толь. Ну вот там, в этой ямке, и было яйцо. Кто сожрал? Кто из вас сожрал? А? Вы сожрали? Матильда перекатывала его клювом. Да, вон там. И потом она ушла оттуда. Вон тот уголочек. Так, ну-ка. Ой, миленький мой. Нет, оно прям сверху лежало. Что такое? Кто обижает маленькую? Ты куда рванула, милая моя? Кто тебя обидел? Маленькую обидели. Ну беги, 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 скорее, скорее, беги. Вот, беги на место. Вот, на место беги. А то ходишь, где попало, вот именно. Кто-то ее тюкнул. В общем, или гуси сожрали? Потому что я говорю тебе, Матильда его клювом туда-сюда катала, я зашла, и она ушла оттуда. Ну ладно. Главное, кожурок даже не осталось. Ах вы! Что, она выпрыгнуть не может? Ну надо же, важная какая, туда залезла, а обратно никак. Важные стоят. Красавчики. Важные. Ой, какие хорошие. Смотри, курочки какие. Рыженькие. А, симпапульки. И вот эти пестренькие ходят, интересно. Несколько вот штучек. Да. А пойди, эти маленькие, да не шушнег, не пускай. Ладно. Ах ты моя разговорчивая девчонка. Снова все мне рассказываешь, да? Что у вас тут было ночью? А вы куда? Куда вы собрались? Сейчас вам снега принесем. Ты, это, Гошке дай снега. Смотри, он хочет снега быстрее. Гошке лопаты принесу. Вон как набросились, посмотри. Это наши малышки. А, снежок клюет. О, как хорошо. О, слышите? Идет красотулька. Ha ha ha!
встречались. Ты чё орёшь, Гоша? А что-то разговаривают между собой. Матильда, все что-то доказывает. Ага. Что-то недовольная. Матильда, ты что недовольная такая? А? Гошке говорит. А Гоша поддерживает всегда ее. Молодец. Гошек мой. Мой Гошек, красавчик. А, ты куда пошла? А? Чуть не пропустила ее. Маленькая моя, хорошенькая. Ну, пусть идет, пусть. Говоруня наша, да. Вот, как старается. Да. Ну, давай, иди. Иди, я посмотрю, куда ты. Да, ну-ка. Куда ты собралась? Ага. Сейчас она всех прогонит. Да пускай. Сейчас она всех тут шухер наведет. А тут вкуснее, что ли? А, моя ты хорошая, вкуснее там. И те боятся ушли. Нет, не ушли, только одна вон в сторону ушла. А там еще одна с ней. Ест, прям голодненькая. И там хорошо, сами. Не прогоняй, не надо. Я не прогоняю, смотри, может, с ней пока. Я два забрал. Одну на полу было, одну здесь. В общем, это на втором этаже куры. Да вообще, такие хорошенькие, такие красотульки. А чё вы сюда собрались все? А? Чё вы сюда пришли? Вы быстро так поели, я смотрю. Они не голодные. Дверь закрывай. Все, набежали туда. О, все. Кто кого выгнал? О! Маленьких всех выгоняет курица. Это вот и Говоруня выгнала всех. Видите, какая курица Говоруня наша. Отчаянная девка. Еще одна побежала. Ну, куда бежишь? Как по подиуму, туда-сюда. Там курица другая. Ну ладно, девчонки, пошла я. А вы что-то странно здесь сидите. Что вы там делаете? Неизвестно. Ой, ну-ка. Ну-ка. Ой, выглядывает на меня. А, да ты мой красавец. Как мне охота тебя на ручках подержать. Да. Очень хочу на ручках подержать. Гошка у меня всегда на руках был раньше. Подбежит ко мне, шею вытянет. Я его раз и на руки. А он орёт тогда. Ну, недовольный, что я его на руки взяла. Ой, смотрите, какие дорожки. В смысле дорожки. Снег высокий вон на дорожках-то. Сегодня много снега выпало ночью. И сейчас немножко начался сыпать. Вон как. Чуть-чуть. Ну, идет. Ну, ладно, все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.